Всем здорово, с вами SwiftGeeks и GPacer, и мы присутствуем на зрелище мировом, на International 2014, на самом первом матче Virtus Pro против MVP, против китайцев каких-то, короче. В общем, китайцы забанили Тайдхантера. Эти пока еще никого не забанили. Мы забанили этого. Как его называют, Максим? Бэтрайдер. Бэтрайдера, да. Подсказывай, если что. Вайда? Ну, я, да. Virtus Pros turn to ban. Тренд Протектора. Ну да, он правильно сделали, он жесткий. Первый пик сейчас будет. Сейчас посмотрим кого. Самое интересное. Какой-нибудь. О, жесткий. Брю мастера, вот это нормально. Это очень нормально. Саппорта бери. Ну, чтобы ему в противовес какой-нибудь кентавра возьму. Или что-нибудь еще. Я не знаю. Сейчас что-нибудь возьмет. Кентавр, скорее всего, или Слардар. Слардар было хорошо. Дополнительное время пошло. Или... Ой, еще. Не знаю. Ну, давай, думай. Быстрее. Они совещаются. Это понятно. Фу, Мирана, ну тоже вот станет. Вот это нормально. Virtus Pros turn to pick. Ты тоже комментатора включил? Нет. Нет? Напсон нужен. А я с комментаторами смотрю. Я сам комментирую. Так-то я же на YouTube буду заливать, зачем мне другие комментаторы? Не, они интересные. Да. А, это Феникс. Задрот. Что за китайцы? Снова дополнительное время. Не знаю, кого он возьмет. Клоквер. Логично. Ну, да. А эти возьмут Тини какого-нибудь поля босса? Не, вряд ли, ты чё? Мне кажется, либо Тини, либо... Кто еще такой быстрый? Может быть, фуру возьмут? Ио. Брай. Саппорта взяли. А, сейчас бан будет. У Феникса. Опять дополнительное время. Салатовский. Хороший бан. Очень хороший. Один, может, антимага забанил. Ладно. Это да. Virtus Pro за тьму играет, им легче в лесу будет фармиться. Дума. Они забанили. Чтоб не фармили. У них фармеров забанили. Вайда и Дума. О, эти сладко забанили. Сладко, это хорошо.
Ну, фура, да, не забанена, вот фуры можно и фармиться как раз. Очень хорошо. Да, тинкера, да. Сейчас мидера пака какого-нибудь возьмут. Да, пака полюбас. Что-то мне кажется. Не-не-не, вряд ли. Он от ракет будет уворачиваться. Уходить в астрал. Пак? Да. Честно говоря, хрен угадаешь, кого они выберут. Ну, у них какая-то есть стратегия, но... Непонятно кажется, какая. Пак. Один контрит другого, в принципе. Ага. Опять дополнительное время. Блин, я опять долбанул клавиатуру. Побои у них подряд. Ну, даже может быть три. Им надо выиграть два боя. Одной из них. Сейчас. Shadow Shaman. Видимо, сейчас тролля возьмут. Не, хотя им пора уже взять саппорта кого-нибудь хорошего, типа Дазла или Мирана саппорт. Вот сейчас бы они взяли Бич Доктора или Дазла, было бы вообще нормально. У них Мирана саппорт. Да, но она вряд ли Мекку соберет. Она и Мекку соберет. И Арканы соберет. Если надо будет, то да, но вообще. Опять ожидания. Они должны взять еще массового кого-нибудь. Либо... А, Тайдхантера забанили, значит и Нигму возьмут. Или... Или кого? О, Скайбраса, правильно, правильно, правильно. Это вообще нормальный выбор, прям. Он будет сало кидать на этого, на Брюмастера. И он сможет уйти в ульту. И убивать его будут. Эти сейчас должны кого-то на ловкость взять обязательно. Потому что вот у них уже двое на сил, на интеллект. Не факт. Сейчас на ловкость надо брать кого-нибудь. Не факт, зачем? Как зачем? Контрить легче. Ну, тоже нормально. Три саппорта. Варлок тоже хилить будет. Вот у них ИО хилит Варлок, а у Виртуса, ну... По сути дела, никто скиллами не хилит. Опять массовость забанили. Шейкера могут взять. А этот, MVP, по-моему. Пейна забанили. Но эти возьмут... саппорта возьмут полюбас. Это 100%. Нет, клянь говнюки. А-а-а. Я вообще теперь ничего не понимаю. Зачем они? У них один, и у них два, можно сказать, саппорта. Это Тинкер и Мирана, блин. Тинкер и... Ну, Тинкер не как Кэрри. Нет, он саппорт. Саппорт Скайброс. Да. Меня залагало. У меня тоже. Все нормально. Да, теперь нормально. Теперь снова подлагивает. Еще да, раз подлаг... снова подлагивает. Ага. Ну давайте, все, мы поняли, кто против кого. Показывает теперь саму игру. Crystal Back. Как ты думаешь, кто у Виртуса куру купит? Мирана, наверное. Почему Скайрос купит куру? Ты че? С его ультой он саппорт.
Он саппорт. Я понимаю. Это ты не покупаешь ворды никогда. Я вообще про куру спрашиваю. А ворды не поднимаю, не покупаю, потому что нахер не нужно. Ну вот, об этом все и сказано. Как ты думаешь, они сейчас нарошу пойдут с этим, с кингом? О, комментаторы тут даже есть. Офигеть, тут все комментаторы есть. Мы тоже комментируем. У нас-то отлично получается. Не, я имею в виду мегаубийство и это. Вот что я поставлю. Шторма, наверное, поставлю. Да, кого? Я классный интерфейс, который даже нет. Я тебе это уже сказал. Охерен. Прям охерен. Да, будем надеяться, что Virtus Pro выиграет. Кристалл бэк на топ. Варды поставили. Ну да, то, что ты не делаешь. Нахер тут не нужно. Надо чат отключить. Ты чё, чат включен у тебя? Да. Вот теперь отключен. Не, он не был включен. В жопу нужны эти матершины. А чё они там? Опять начинают? Да срутся. А. Кто круче, кто лучше? Зачем Клокверк это сделал? Чё он сделал? Поставил вокруг себя этих... Зачем? Вот мне интересно. Вот зачем? Где? Я не вижу. Там? А, ладно. Да где это? Ну вот он стоит. Посмотри на карте справа. Он там что-то стоял. Да. Как чат выключить? А там вверху написано чат зрителей. Там галочка ставишь. Честно говоря, ники у них дебильные. К, О, Г, Блин, нельзя, не знаю, хотя какие-то прозвища написать, еще чем. Я так и буду озвучивать, как написано. Чего, К, О, Г? Г, Контрит, К, О. У него это хорошо получается. По Ку мочит башня. Г у нас ничего не делает. Мирана, давай пускай стрелу, да ты косорылая. Куда ж ты ее пустила? Вообще ты косо. Настолько косо. Блин, почти сдох этот брюмастер. Почти сдох. Почему у меня только мид показывается? Слетает. Кингер снова его контрит. Мирана где-то шарит. Этот хиляется тангом. Брюмастер. Бля, все какой-то херней по карте страдают. Даже когда я играю, такого нет. Глянь, что сделал этот Тинкер, я что-то не понимаю, что он делает. Я тоже не понимаю, они как-то так играют. Глянь, сколько крипов уже энчентов у Мираны. Ага. Глянь, сколько крипов. Да ты просто смотри. Да херава. А, я понял, что она хочет. Она, короче, хочет вот это подводить. И в конце уже, когда расфармится, убить их всех. Их можно так разводить? Да-да-да, в конце минут. Брюмастер снова хилится. Почему вы не бьете крипов? Во-во-во, сейчас этого убьют. Бристлбэк. Ага, я вижу. Бристлбэка? Все. ФБ пролили на Бристлбэке на 2 минуты 39 секунды. Это было красиво и внезапно для Бриса. Тинкер снова контрит брюмастера, как мне хер делать. Ой, это Тинкера сейчас завалят. Ой, стрелу он. Нет, нифига, Тинкер убил брюмастера. Пока по количеству киллов лидирует Virtus Pro. Ну и хорошо. Ну да, я тоже рад. Рашка хоть выигрывает. Угу. Этот решил под с этим... Да, да, с инсибилити.
под смоком зайти. А, нет, закончился смок. Мирана где-то ходит по лесу. Отводы делают. Понятно. Тинкер, иди на базу, подпинься. Ты так не сможешь долго нести все. Бля, эти деревья рубят. Смотри. Варды нашли. О, Тинкер подхилялся. Красавчик. Решил первым скиллом. Хлоп. Но нужно ему будет потом юзнуть второй скилл. Если кто-то еще придет, будет гонет. Да. О, сейчас будет прикольно. Где? А, нет. На меду. Да, на меду. Смотри. Смотри. Сейчас все будет. Что-то ничего нет. Сейчас будет. Не рано идет. О! Вот. Началось. Стрела, класс. Эпично. Беги, Тинкер, беги. О, это беги. Ее убили. Нормально. Найс, вообще найс. Да, только это иллюзия. О, кура прилетела. О, кура классная. Кура прикольная, да. А у них две куры, по-моему. А, нет, одна. Я что-то ошибся. Снова брю мастер. Уже три килла у них. Ага. Стрела полетела. О, опять. О, сейчас. Виз помогут. С этим вместе, с брю мастером. Ага. Шаман крипов бьет. Нейтрально. Да, кстати. Можно морально задавить. Так, по статистике можно посмотреть то, что у нас слился Брюмастер и Висп и Бристлбэк. Никто из команды Virtus.pro не слился. Вот бы такие бы тиммейты были бы у меня. Вот именно. О, снова его приходят. Снова попытка. О! Брюмастер ультует. На мид. У тебя не лагает? Дангать. Нет. У меня так чуточку. Рейскин и... Ой, это, блин. А, этот... Скайвардсман. Так. Варлок пытается убежать. Варлок включает хилку. Но она его сильно не спасает. Мирана ману восстанавливает. Может даже подхиляется потом. Тинкер почти сдыхает. Тинкеру удается убежать. Он остается жив. О, который на... раз красавчик. На боте. Отлично играет. Ой-ой-ой. Снова отхиляется ботлом. На боте нормальный заместок. Я уже смотрю. Так, Варлока сейчас убьют. Опа. И Варлок сдыхает. Отлично. Ага, офигенно. Глянь на миде. Тинкер не везет. Тинкер сейчас может сдохнуть. Очень опасный момент. И Тинкер уже сдыхает. Но башня атакует Брюмастера и все. Идет месть. Мстя. Но мстя могла прийти от Мираны, потому что она пустила стрелу. Наконец-то не косую. На топе. А, нет, все нормально. Да, там нормально. Так, смотрим счет. У нас слился только Тинкер два раза. Из российских наших типов. Этот Пролог в засаде сидит. Пятый уровень. Чё там по золоту? Больше всего золота у этого? Висп хиляется. Висп снова идет.
с брюмастером на мид. Сейчас будет что-то на топе. Интересно. Да, я тоже вижу. Давайте, все, стан поставлен. Ульт. Ай-яй-яй, глянь, почти убили его. Стан, стан, красавчик. И они сливают варлока. Надо было который... стрелять. Раз. Вот куда он бежал? Так, тут брюмастер. Готов приходит. Брюмастер вниз убивается. Не убил. Да. Ладно, не убивается. Остается вниз благодаря ульте. Брюмастер вздыхает. Остается вниз. Давай, давай, устал. Могут забрать. Так, так, так. Из этого места следует. Вниз прокинули. Стан. Ирана. Стрелька. А нет. Скайвакмаг. А, не успел. Трисельбэк убивает замечательного рейскинга. Варлок приходит на мид. Кингер фармит пикок. Нафармил. Dire's middle tower is under attack. О! Подпустил крипов. Middle tower. Да, что-то мы пропушили так немного Виртусу, чем МВП. Гля, сколько пришло на бот. Всё, сейчас замес будет. Мирана, стрелу, стрелу, стрелу! Пока по нему башни херячат, стрела надо было, блин, сейчас бот просунет. Не, все нормально, смотри. Блин, а, ну, нет. Нормально! Ты видел? Ну, я понимаю, что он отошел, но нужно было другого выстрелить. А нет, не тэпается и не повезло. Варлок это. Сейчас раскил, варлок включает голема. И хилится. Варлок хиляется очень жестко. Рано будет специально, чтобы спасти Тинкера. Ой, то есть этого Тинкера. Вот Тинка воздыхает. Причем очень тупо воздыхает. Так, на меду у нас. Что-то они начали воздыхать. Немного. Шедушана сейчас будет сдохнуть. И Шедушана воздыхает. Идет бой за Варлока. Вот не идет. А нет, идиот. О, сейчас будет что-то на нижней руне. Да нет, пока нет. О, мид, 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 мид. Ааа, Брислбек почти сдыхает. Угу. Ему повезло. Его хилит Висп. Идите пушьте вот сюда, вот. Идите пушьте. Я понимаю, что вы не видите то, что я тыкаю, но пушить там надо. О, глянь, как он нафармился жестко. Кто? Этот Тинкер. Ну да, нормально. Тинкер, иди на респаун. У него иммортал ботинки. Ну конечно, да, они все закупались. У него еще ТП иммортал или какой-то. Так, у нас ничего не происходит интересного особо. На нижней руне. Сейчас будет весело. Да вот, тут на топе у нас. А, нет. Шаман атакует ультой. Да, вижу. Рейскинга и Рейскин сдох. Дважды? Ну да, вроде, видишь, ульт валяется. Сейчас Тинкер. Ой, этот. Ну да, Клокер. Какой-то Рейскин такой штукой, с которым ты сегодня играл. Вот. Тинкер у нас тэпнулся куда-то, тэпнулся. Шаману не удается убежать. Клокерка убивает. Виз практически убивает Клокерка. Тот уходит в инвиз. Адмираны, она его спасает. И он убегает хиляться. И они все с ботлами. Ходят. Вот здесь крипов нафармили. Я крипы прыгают, у них дискач. А, блин, уже не прыгают. А нет, прыгают. Где ты это видишь? Посмотри в лес. А ладно, уже не прыгают. Смотрел бы в лес этих
света. Китайцы, короче. Не решили обратно. Бегает, типа, смотри. Так. Да на миду как раз. На миде вообще жестко. Да, очень жестко. Крепит строение. Хана. Да какой укрепить, они уже укрепляли, видишь. Ну все, просрали башню. Угу. Даже за динарий не смогли. Но по башням они проигрывают. Сильно. Жестко. Тинкер хилится жестко. Ой, есть кловер, блин, че я путаю. Тинкер хил поставили. О, руна регенерации. Он уничтожил руну регенерации. Я не знаю, что так можно мутить. Серьезно? Отвечаю. О, сейчас этого. Мне не было никогда дела до ее уничтожения. Смысл? Бристол Бека сейчас убьют. Закуп, конечно, не самый большой. Стрела в никуда. Капец, как они просрали жестко. Вообще жестко. Блин. Просто вот. Тинкер, ты уже уходи. Все равно так, твои роботы тебе помогут. Блин, они втроем слились. Это капец. Втроем. Четвером, почему? А, спасибо, уже вчетвером. Dire's bottom tower is under attack. Укрепите строй. Варлок приколист вообще. В смысле? Да, крипов бьет в лесу, посмотри. Идите мид им пушить, да и все. Я, блин, три башни уже просрали. Ну это теперь стратегия, чисто ходить гангать по башне, вот они смотрят. Держит понимание, сука, я так. Да вы не бот отыгрываете, а на мид уже идите. Чего вам этот мид? Что-то меня немного подлагивает. У меня нормально. Иногда так. Фризит. Блин. Да. Башни бота, они снесли. Ну они сейчас будут по каждой линии проходить, потому что они уже расформились так немножко. Да, понятно. Но им лучше по миду пройти, блин. Чего ты взял? Как-то с чего? Они пройдут, отпушат немного. Пока крипов фармят. Офигеть, они играют всего 16 минут, но они уже успели снести три башни. Красавчик. Radiant's bottom tower is under attack. Смог. Ну да. Значит, куда-то сейчас им надо пойти. И так, что ну, типа, варды поставили. Под смоком. Тинкер замыкал себе. Да, неправильно, поняли, что нужно идти на топ. Блин, не сильно спасает. Трюмастера его убивает зачем-то ультой. Кайврасмаг. Зачем ультой, я только нихера не понял. Все правильно. Ультой, он ульту слил на него одного. Понятно, что его ульта на одного, в принципе, рассчитана, но можно было прислить. Radiant's middle tower is under attack. Ну,
Первое правило Павла. Никогда. Ладно, бог с ним. Скажи. Ну, говори, чувачи. Никогда не спасай другого, уходи сам. Это да. Немного не попушили. МВПшка. Бум! Красиво, Клоппер. Но не действенно. А, не успел. Да, это они с Фиском. Эти все на топе. Пытаются убить снова Рейскинга. И он вздыхает, но он может разродиться, он снова сдохнет. Стан! Стан! Кидай, мать! Поздно. И он сдох. Уже мега килл, это вообще... Так, они немного пришли на мид пушить, так. Мисс пушивает мид. Ну, красавчик. Так, все. Вот сам собой спушивается. Замесочек вас. Уходи, Дикер. Да, красавчик. Я не пишу, как он убивает. Красавчик. Уходи, уходи, Мирана, блин, Мирана. Все, красавец. Нет, нет, маны нет. Все, вы уходите, блин. ДТшку взяла. Мирана. Да все, все, можете их там не искать, мы уже все расходились. Мира ставит варды. Я понимаю, почему в таких играх они вардов много ставят, потому что они играют всего 20 минут, а уже все нормально отпушили. И поэтому им вардов хватает. Это у нас вард, когда ты его поставил, заканчивается через 30 секунд. А у них, учитывая то, что они так играют, долго, все нормально. Логично, я забыл что-то. Долго думал, прям так сидел. Мирана, стрелу! Стрелу! Ну ладно. В смысле, долго думал? Ты про что? Ну, я говорю, типа, они варды ставят, потому что они играют только 20 минут, и поэтому им вардов хватает, которые 5 минут действуют. А мы, когда играем, мы играем 40 минут, нам вардов не хватает. Это надо дохера вардов покупать. Блин, Рейскинг, ты... У тебя же... Второй скилл пассивный. Почему ты не убил тех крипов? Он бы пойти убить крипов. А потом бы вылез, если надо, на помощь Миране. И всё. Так, надо будет мне стан! В Рейскинг, ты тупой, надо было стан! Ты тупой! Мать твою, ты реально играть за него, это второй раз играешь. Зато нормальный, а стан не ставишь. Кидаешь. А... Чего я не сыграю? Можете хотя бы... Вот, вот. Рано упали. Правильно. О, вис пойдет. Сейчас его сольет. Спасибо.
На топе Warlock. Так, посмотрим статистику. Итого, Виртус лидирует по количеству килов. 22 кила, а ВП всего лишь 13. Да, они победят, Виртус. Да. Теперь нет. Они победят. И мид пропушили. Чё тебе этот мид дал? Это чё, это мне мид? Башню на крипов хотя бы обороняли. Хера. Сейчас они зачем-то гангают на тур. Все правильно делают. А, то что за это больше боевых баллов будет? Да-да-да. А так-то. Чё уж. И снова возвращаются на мид. Ну давай, бери ее. Только не уничтожай, не уничтожай, бери ее. Красавчик, теперь будет на свой забирать. Благодаря варду Рокер стреляет по этим типам. Прикольная фура. Идите, пушьте. Быстро пушить, все пошли. Сначала подпушьте, идите. Так, они под мостами теперь эти пошли. О, они на рожу решили сходить. Ну, правильно, он будет еще в рожу. Интересно, кто возьмет Аегис? Кажется, Брисы, кажется. Да? Да, спасибо, да, естественно. Эти часы на Рошане, значит, типа когда он возродится. Да. А вот теперь будет заниматься. Рейскинг опять вздыхает. Присы бэк практически. Практически выжил. Все в порядке. А уж бегать против не занимаюсь. Да. Они второй Middle Tower снесли, это жопа. Вот если... Они не должны сейчас идти гангать вот это на топ, на бот. Зачем это надо? Пусть уже мид пушит нормально. И досты пусть кто-нибудь возьмет, чтобы отойти, если что. И было бы нормально. Зачем досты брать? Никто в инвизе не ходит. Почему это? Ну, я откуда знаю, никто не ходит в инвиз. Зачем досты брать? О. А почему вот у башни МВП на миду? Нет. Минус 0.1. Чего? А, ну да, это как бы, если ее подрушить, то она будет минус 0.1. И будет снижаться постепенно? Ну да, убивай, но гриб, если минус... башню. Минус 0.1 это много, то... Сейчас они ее задинарят, стопудово. Возьмите сейчас Варлок. Да? Ну все, Варлок задинарит. А нет. Нет. А вот теперь да. Radiant's middle tower has been denied. Брискин, ты опять даун, ты опять куда подперся. Все, близко только не тащит. У него уже Яшка есть. Аегис. Блейдмейл. Мне все, что это нужно. И стрела Мирана опять косая. У нее уже было три косые стрелы. Опа, Аегис скоро пропадет, наверное.
Блокер поставил вот эту херню. Чтоб они не шли к башне. Типа уже ГГ. Опять у Грейс Кинга мало хп. Давайте присыпай полдейки его стак. Не, у меня лагает. Наконец-то мы начали нормально играть. Мы, конечно, одного человека слили, но этого уже достаточно. У тебя лагает? Нет. Ну и за кубу в Рейс Кинга, посмотри. Посмотри его за кубу. Я вижу. Это... Блин. За куб нормальный, но это мало, это... На 30 минутах игры это... Блин. Вот Нубиар. Сколько он раз слился? 5 раз. Да. 26 скилла. У Виркуса. А я тут что ставил? Может, а, ну нормально, ставим. Все, хорошо. Так. Ора шанс зародится через 5 минут. Опять этот враскин куда-то выперся. Ну да. Иди крипов бей, блин, сюда вот иди, вот сюда, иди сюда вот бей. Не тупили вот эти вот бей. Зачем он тупо ходит? У них у всех 15 левел, у него какой 11, да? Блин, вот капец, ну хуже всех играет. Школьник просто. Я думаю, я или ты лучше бы играть за него. Он сам. По крайней мере, фильм меньше. Занимались бы полезно. Дамит, вы пушьте, блин. Ваш уж налево. Да, жалко забанили Тренд Протектора. С ним бы было хорошо. Он бы башни хилил. Опа, инвиз. Сейчас будет контрить. Скорее всего, Бристлбека. И Варлок. Так, ну стан надо было кинуть. Ох ты, какой это. Я прикол, шедо шаманчика в деревьях делаю. Вот это видишь. Да, приходит Тинкер, включает этот робота. Но Блейдмейл вам ничего не поможет. Убегайте. Ай-яй-яй. Какой опасный момент. Вирусы не сливаются в бою. Но есть отличный положительный момент. Где этот момент? Ходит. Где этот момент ходит? В общем, положительный момент в том, что Рейс Кинг жив, он не сдох. Поздравим его, наконец. Мид, идите пушить даун. Рейс Кинг фармился. Вообще, да. Блин, первая игра, и они ее уже проиграют. Причем конкретно. Бристлбек уже хорошо. Очень. Он, наверное, Тараску купит. Или Баттерфлай. Даун из мидл бэнкс.
Вот они приколисты, они могли бы одним ударом, зачем? Ладно, Миран опустила стрелу, а этот... Это такое ощущение, что кто-то застилить хочет. Кто застилить? Ну, такое ощущение, что Мирана хотела застилить просто. Не, Мирана хотела его остановить, если он вдруг бот отключил бы. Вот застилить хотел Тинкер, зачем вот это вот было? Ну, вообще так сильно не понять, потому что они оба действовали с одной стороны правильно, а с другой стилили. Но у них получилось его убить, и это уже хорошо. Да, ну идите так. Рошан появится через минуту. Только хотел о нем сказать. Бристл Б, 20 уровень. Дамаг есть. Иска убивает. А, БКБ собрал. Вот. О, вот. Давайте Санна, Бристл Б. Санна! А, у тебя тут ремонт. Ладно, Бристл Б. Санна. Санна. Шаман, отлично вообще. Да, неплохо. Ну, ну да, не болит. Мирана красава. В раскинг. Глянь на в раскинг. Правильно делает. Во-первых, у него ульта, а, которой нет. Именно. Тогда ладно. Тогда он даун. Но он типа думал, что у него это же. Вампиризм, типа он сам себя будет хилять. Гений, бля. Как отдалять камеру, как вот здесь нельзя в обычной игре, так удобно. Ого, блин, действительно. Это круто, да? Офигеть. Вообще такие ощущения. Так бы в обычной игре я посмотрел. Реально прикол. Я знаю. Я так уже пол видео с ним. Я только сейчас это видел. Прикольно. Эти тоже все на базу побегали. МВПшки. Так, бах. И все видно. Зато медленнее идет камера. Ну да. Но вообще она не медленнее идет, это просто кажется, потому что. Нет, она медленнее идет. Нет, кажется. Потому что отдаленное расстояние. Медленно. Физика, мазафака. Медленнее, я тебе говорю. Нет. Да. А может нет? Да нет. Не-не-не, бля, тут руна ДДшки, ее еще до сих пор никто не взял. Тинкер наконец-то возьмет. То есть Клоппер? Тоже Тинкер его назвал. Зато ближе нельзя приближать. Чем? Да, ближе нельзя приближать. Ну да. Ну все, Бристлбэк идет их контрить. Угу, вот с Рошалом пошел. Ага. Нет, не пошел. Вард закончился. Он проверить пошел. Блин, Скайварс маг, иди вон на это. А, вот Рошан ходит. Как он так далеко Рошана выманил? Аегис. Брейскинг, иди на Рошана, тебе так. Чё? Сказать бы ему это, блядь. Они бы успели сейчас на Рошана, в принципе, сходить. У них все башни почти что пропушены. Да. Ну, скоро будут все. У них бот разве что относительно целый. И не понятно. Тинкер гангает вечно, бедняга старается. О, сейчас Рошана заберут. Ну да. Рискинг дает. Так почему нельзя поставить вард на Рошана, я не понимаю. Это почему? Было бы читерство. Почему? Ну, представь, поставил вард и все видишь. Ну, так оно и должно быть. А так они забирают Аегис и все, и всем хана. А, вот, их заметили. Они, битва за Рошана сейчас будет. Смотри, сейчас. О, рефрешер и варлок. Бристл заходит на Рошана. О, сейчас Бристл подсвет, блин. Мирана, стрелы, кто? Пускай, мать твою, будет, ты бы его слила. Потому что этот бы пришел на помощь. Клоппер. Ты видишь то, что я тыкаю тут?
Азора по карте. Нет, конечно. Чай. Сам себя развлекаю. О, сейчас может быть замес будет. Они под достами идут. О, смотри. Все нормально, они его под конец заберут, если смогут. Четыре голема. Сдох. Сдох, что ли? Да, он уже давно сдох. Падает. Ну ладно, это только первая игра. Бля, круто. Очевидцы, получившие приз за бойню 50. Что это значит? Чего? Посмотри в чат, я написал очевидцы, запятая, получившие приз за бойню 50. У меня нет такого. Значит, это я очевидец. И чего 50 я получил? Мне ж по идее очков? Должны давать предметы, да, за игры? Дешка. 50 на 50 там может быть, а может и нет. Но за это может и дадут, потому что они жестко выдолбили в первый же матч. Как я вижу. Потом ее просрали. Мы же по делам не догоняем. Опа, опа, опа. Нет, со Стивита ехать. Жалко. Жалко. Зато брюмастер, я со Стива. Это ему удалось. Зря он убегает с Егиса. Я долго играю, прям. Радианс топ тауэр из under attack. Жестко. Я убью мастера 4000 голды. Ага. Красавчик. О, БКБ, ну правильно. Прям знал, Radiant что он тут. Против ульты. Ну да. Для него же ультует обычно. Вот Тинкер скачет с карты на карту. Рошан скоро будет. Ну, еще не скоро. О, портальчик. Что же может собрать приз? Радик. И это ж такое. Ну. Радик вряд ли соберет. Почему? Ты так думаешь? Вряд ли, вряд ли. И Soulblaze он 100% соберет, и это... Радик или... Тараскова. Тараскова, наверное, да. Насчет Радика, не знаю. Где опять под достами гуляют. Под достами нельзя гулять. Досты светят. И под смоуками, бля. Какая разница? Да вообще, какая разница? Ну да. Даст. Ох, сейчас будет кушанье. Опять происходит галалку. Практически. Он имеет вторую жизнь, разумеется. Включает нитмейл. И вздыхает. Молодец, какая игра красивая. Поздыхает. Вздыхает. Клоквер тоже вздыхает. Мирана пока сложно. Пускает стрелку. Мирана пускает стрелку. Тут ее пускаешь куда-то? Непонятно куда. Тут ты вообще ничего делаешь. Варлок красавчик, у него уже 3 боя. Зачем мы голем встал? Давайте пушки его быстрее, уже все равно там. А, они могут ГГ написать и все. Как это ГГ? Ну, пишут ГГ, и у них Ancient разваливаются.
Почему тогда в обычной игре у меня такого нет? Потому что ты в обычную игру играешь. Если я буду в какой-нибудь мод играть. Нет, если ты будешь играть на International, то тогда да. ГГ. О, снова ДДшечка. Правильно говорят, дали варлок и рефреш собрали. Ох, и сейчас будет. Гримастер ультует. Убивает. Убивает. Резкин снова практически сливается. У него до ульты перезарядка 3-2-1, он не успевает ульта. Ну он сдох, короче, опять тупо. Лал Dire's top tower is under attack. Мирана отбивается от пупов. Dire's top barracks are under attack. Dire's structures are fortified. О, все. Тауэр разваливается. Да. Смотри. Вот ущербный, вот ущербная игра вообще. Сейчас будет вторая. Они же будут играть. Ну да. Круто. Да. Всем спасибо, всем пока. Это был печальный International, на котором Virtus.pro просрали. Спасибо за внимание. С вами был Geeks и G-Pacer, лучшие комментаторы в мире.